В России проверяют медицинские лаборатории, в том числе коммерческие, а также аптеки после публикации о резком подорожании тестов на коронавирус. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на ковид, после чего принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Волна проверок прокатилась по стране. В этот четверг наша съемочная группа сопровождала сотрудника прокуратуры Пролетарского района Твери Елизавету Гончарову, которая посетила два частных медицинских центра. О том, как это было, рассказывает Наталья Чекет. В центре внимания прокуратуры медицинские лаборатории. В одной из клиник тест можно сдать за 1500 рублей. Готов он будет через сутки, ближе к вечеру. В день к нам обращается человек 10. Стоимость ПЦР 1500. Вот. Сейчас как она снижается, точно не могу сказать, какая будет. Но на данный момент такая цена. В среднем ПЦР-тесты на коронавирус в Твери стоят в пределах 2000 рублей. За время пандемии эта цена практически не менялась в сторону уменьшения. Однако многие люди часто пользуются услугами клиник, сдавая тесты. Особенно в период распространения штамма коронавируса омикрон. В другой медицинской лаборатории проверяющим пояснили, что в городе у них самая низкая цена. Я вам вручаю решение о проведении проверки. Вам отдаю оригинал. Берем мазок из рта и, да, и носа, вот, и отправляем в лабораторию для проведения анализа, соответственно. Ну, часто сейчас, конечно, всплеск произошел в связи с новым штаммом распространения. Вот. Ну, так, в принципе, не такое большое количество. Ну, в день там может быть 10-15 человек. Цена у нас мазок сейчас стоит 1490 рублей на ковид. Ну, насколько я знаю, это самая дешевая в Твери цена. Лаборатория с нас берет, соответственно, ну и, соответственно, небольшая наша наценка. По результатам проверки в прокуратуре сообщили, что ведомством направлены запросы в соответствующие органы для получения сведений и документов, подтверждающих о том, как производится забор ПЦР-тестов, какими лабораториями проводится данное исследование, в какой период времени и из чего складывается цена на данные услуги. В настоящее время прокуратурой района проведена проверка в нескольких медицинских учреждениях, оказывающих частные медицинские услуги. По результатам проведенных проверок прокуратурой района будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ранее, по данным обстоятельствам, Федеральной антимонопольной службы Тверской области проводились проверки. Прокуратурой района будут продолжены. При выявлении нарушений будут приниматься исчерпывающие меры прокурорского реагирования. И подобные проверки будут продолжены в областной столице.